После успешной стыковки модуля «Наука» нам предстоит провести огромную работу по оснащению этого модуля до проектной задумки. Всего придется выполнить около 10 выходов в открытый космос, то есть работ по внекорабельной деятельности, ВКД, задачами которых будет интегрирование в российский сегмент и многоцелевого лабораторного модуля «Наука», а также узлового модуля «Причал», который должен быть запущен в ноябре этого года и пристыкован к модулю «Наука». Задачи выходов, которые будут проводиться до конца 2022 года, разнообразны. Это и подключение кабелей системы электропитания СЭП и сети Ethernet, оживление узлового модуля, инициализация европейского роботизированного манипулятора ERA, перенос и установка при помощи ERA больших конструкций, доставленных еще на малом исследовательском модуле MIM-1. Это шлюзовая камера, радиатор и переносное рабочее место, а также установка системы крепления крупногабаритных объектов для научной аппаратуры. Космонавтам нравится выходить в открытый космос. И вот нам предстоит начать череду этих выходов в начале сентября. В 49-м выходе мы подстыкуем кабели энергопитания и локальные сети нашего сегмента, проложенные всего 8 лет назад при ВКД-34 Федором Юрчихиным и Александром Мисуркиным. Также смонтируем перекидные поручни для перехода с одной стороны отсека МЛМ на другой. В 50-м выходе предстоит соединить интерфейс МЛМ и служебного модуля СМ, а также выполнить следующие работы. Установить кабель вставку сети Ethernet. Проложить два высокочастотных кабеля между SM и MLM и объединить телевизионные системы двух модулей. Проложить кабель между системой сближения курса MLM и SM, а также переключить антенну команды радиолинии MLM на команду линию SM. Подготовка и проведение выхода – это огромный комплекс мероприятий на Земле и у нас на станции. Во время подготовки к ВКД мы готовим отсеки, изучаем документацию по предстоящему выходу, готовим оборудование, которое будем использовать, а также готовим сами скафандры к выходу. Проводим медицинские тесты, на которых проверяем свою готовность. Мы понимаем, какая ответственность возлагается на космонавтов для реализации всех этих задач и постараемся оправдать доверие огромного коллектива создателей уникальной космической техники.